В Якутске в этом году посадят больше миллиона цветов. Нынешним летом столица, так же как и в прошлом, расцветет в прямом смысле этого слова. Первые цветы и цветочные конструкции начинают появляться на площадях и скверах. Саргылана Захарова продолжит. Считаете ли вы Якутск зеленым городом? С таким вопросом мы решили подойти к прохожим на улицах Якутска и узнать их мнение. По сравнению с тем, что он раньше был, можно? Да. Думаю, да. Чувствуется, чувствуется, что лучше это стало. По сравнению с моей молодостью, город вообще красивый стал. Украшает. Ага, озеленяет. Почти все опрошенные дали положительный ответ. И это несмотря на то, что первые дни лета были не столь теплыми, и деревья начали зеленеть довольно поздно. Однако даже такое начало долгожданного времени года не помешает, уверены в мэрии, украсить город миллионами цветов. Мы планируем, что до 1 июля мы тот план, который для себя поставили, это 1 100 000 с лишним цветов посадим по городу Якутск. Каждое лето главными достопримечательностями площадей и скверов становятся цветочные конструкции. В Гагаринском округе одну из таких решили посвятить ветеранам. Это пятиконечная звезда, украшенная красными петуниями. Округ авиационный, округ исторический, связан с темой Великой Отечественной войны, с Великой Победы. Поэтому в годы Второй мировой войны здесь проходила трасса Аляска-Сибирь, очень героическая трасса. И вообще в течение июня будем садить до 162 тысяч на территории округа. Это все управляющие компании, все предприятия, учреждения округа. Кроме того, в этом году в сквере высадили больше 100 саженцев, деревьев и кустарников. Все они уж точно хорошо приживутся, говорит начальник управы. Ведь это не простые деревья, а фамильные. У каждого из них есть свой хозяин. Мы пригласили жителей Гагаринского округа, семей, которые вышли со своими детьми, членами семьи, и посадили вот именно свое фамильное дерево, где будут вывешены таблички с их именами, отчествами, фамилиями. Поэтому облагораживают, они более так бережно относятся. Акции планируют и дальше продолжать в округе и надеются, что она станет хорошим примером и для других жителей города. Ведь, как говорится, не место красит человека, а человек место. Саргылана Захарова, Владимир Павлов, Владимир Таюрский, НВК Саха, Якутск.